Пентиум в одиночку проходя очередной уровень какого-нибудь аркадного 3D-экшена. У меня, например, тоже есть пара знакомых, которые думали совершенно так же, но изменили свое мнение, сыграв по сетке буквально пару раз в этот гениальный мод Half-Life. Итак, до истины, которая где-то рядом, идти осталось совсем недалеко. Наиболее продвинутые зрители, которые помимо компьютерных игр уделяют достаточное количество времени саморазвитию, скорее всего, уже поняли все сами. Counter-Strike — это в первую очередь отличный мультиплеер. Мод, практически созданный специально для того, чтобы гонять его по локалке или интернет вместе с другими игроками. Переняв к моменту своего создания большинство достоинств других игр, поддерживающих мультиплеер, CS внес в жанр много новых моментов, поднявших именно эту игру на недосягаемую для многих компаний высоту. Надеюсь, новички поняли, что такое Counter-Strike и в чем заключается его суть. Теперь же мы подробнее разберем его правила, а также упомянем информацию, которая, возможно, неизвестна даже самым заядлым игрокам. Итак, в CS принимают участие две команды — террористы и контртеррористы. В зависимости от выбранного для игры типа карты, у каждой из этих команд свои задачи. Контртеррористы, или сокращенно контры, выполняют следующие задания. Сопровождение VIP, освобождение заложников, обезвреживание заложенной террористами бомбы и предотвращение побега террористов. Соответственно, террористы пытаются убить VIP, удержать заложников, активировать бомбу или сбежать. Само собой, одна команда всячески пытается помешать действиям команды противников, чего в основном можно достичь с помощью оружия. Выигравшая команда получает кучу денег, на которую лечится и покупает амуницию. Проигравшая получает небольшой утешительный приз, которого, впрочем, тоже достаточно, чтобы обновить свой оружейный склад. В принципе, этого количества информации уже хватает, чтобы идти в клуб и присоединяться к одной из команд, ведь все остальное можно выучить только на практике. А учиться здесь есть чему, поверьте. Даже те игроки, что считаются заядлыми контрстрайковцами, иногда не знают того, что составляет залог победы в бою. Пожалуй, без этого Counter-Strike просто не стал бы популярной мультиплеер-игрой. Речь идет о тактической стороне. Такой свободы выбора тактики ведения боя не было еще ни в одной компьютерной игре, и только здесь эта особенность игрового процесса выражена настолько ярко, что стала чуть ли не его основой. Этой теме посвящены целые сайты в интернете, серьезные люди и весьма зрелые игроки пишут на эту тему объемные теоретические выкладки, но большинство тактических приемов, которые можно запросто проворачивать вместе с двумя-тремя напарниками, так и остаются секретом людей, которым все поклоняются и называют асами, имея при этом реальную возможность самим добиться такого же уровня. Несколько таких приемов мы обсудим ниже. Итак, большинство написанного на тактическую тему в Counter-Strike нормально. То есть сами мы до этого додуматься не в состоянии, что лучше действовать не одним большим стадом, а разбившись на мелкие группы, атаковав врага сразу в нескольких точках. Вообще-то, по большому счету, все верно. Действовать на любых картах и правда лучше не в одиночку, а вдвоем или втроем, но не больше. Достаточно обратиться к тактике реальных боевых команд и элитных подразделений, чтобы понять основу ведения спецопераций. В фильмах, играх или реальности вы набираетесь этого опыта, неважно. Главное, в любом из этих источников правильно отражена суть их тактики. Никогда ничего не делать в одиночку. Потому что так у врага появляется больше шансов помешать вашей команде достичь цели, просто подкравшись сзади с ножом в руке. А вот то, как можно действовать вдвоем втроем, это уже почему-то никем не обсуждается. Лучше всего, если вы идете вдвоем, располагаться так, чтобы один все время смотрел назад, а один вперед. При этом существует лишь одна сложность. Есть игроки, которые любят все делить, включая и жесткое разграничение обязанностей тиммейтов. Они, если вы будете держать оборону, бросятся бежать вместо того, чтобы вернуться и помочь. Вот с такими ходить на задание все равно, что в лес усами. Так что, помимо соблюдения каких-то правил, должна быть и сработанность, чтобы вам даже не была нужна рация, и каждый знал, когда и что ему делать. Еще одна распространенная ситуация с заглядыванием за угол. Обычно так можно определить неопытных игроков. И эти вылезают из углов вдвоем, держа оружие на взводе и в любой момент готовы обороняться, но ни в коем случае не думавших о том, что придется еще и отступать. И если повернувшись за угол тиммейт увидел врага, то он, скорее всего, выстрелит и отступит назад. Но не сможет скрыться от вражеских пуль, поскольку дорогу назад ему уже успешно заградил напарник, шедший прямо по пятам. Вообще, на такие случаи желательно разработать свою тактику.
Как вариант, идущий впереди игрок приседает, вы одновременно выглядываете из угла и, не мешая один другому, стрейфитесь назад. Далее нужно действовать по обстоятельствам, вариантов развития которых может быть слишком много для того, чтобы говорить об этом сейчас. В общем, говорить о Counter-Strike можно очень долго и при этом не сказать и четверти того, что знает каждый террорист или контр. Так что на этом пока завершаем. Возможно, в будущем...